Мальчики, девочки, короче, мариновал с луком, с лимоном, специи, соль, нарезал кубики по 30-40 сантиметров, как грецкий орех. Вот. Нарезал по волокнам. То есть надо резать именно по волокнам. Вот. Технология. Да. Ну, это дядя Сережа меня научил. Что такое? Ольга, муж, он же этот, Дагестан. Он как нажрется? Так, тихо. Папа. Он расслабляется. Пап, он отдыхает. Он как отдыхает. Он как хорошенько отдохнет. Вот, начинает учить. А вот у нас... Это кто такой? А у этот... Оли, Оли, подружка. Мои, да. Подружка? Сергей. А, с работы, да? С работы, да, да. Ну, хороший был. Ну, Ольга-то с моей работы, а он-то на отсадок работал. Это тебе. Начали. С 23 февраля. Это тебе подарок. Ой, спасибо большое. На пакетик. Ой, боже мой. Ой, люблю подарки. Вообще, так, спасибо, Таня. Спасибо большое, очень приятно. На халяву. А потом откроешь, посмотри, может, ты даже... Да? Ну, давай, тогда сразу открой. О, это что? Это достойно. О боже мой, это что такое вообще? Он шоколад. Это шоколад? Да, ты же любишь, это шоколад Тора. Так, а это что такое? Это молот Тора, да? Молот Тора, да? Да, да, да. Ой боже, что? Я запой, я вижу. Какой злый... Ой, Таня, ты как обычно. Так. Аккуратно. То есть аккуратно там вот эта штучка, не урони ее. Открывай, смотри. Слушай, это его мнение, что ты на бокале сама приговорила, или что ты нашла? Не-не-не, я сама писала. Нашла такой, да? Да. Нашла такой, да? Лет, теперь у вас. И опять. Два бокала. Да, твой и его. Но мой главный еще бокал. Что там написано? А что я раньше не достал? Саша бухает. Так я говорю, теперь переливай себе этот шампанское. Шампанное. Саша не бухает, Саша отдыхает. Мой бокал самый главный. Конечно. Тут попробуй скажи. У меня был бокал раньше. Спасибо. Так что вы теперь в тандеме, подумала, семья? Ну да. Нет, не будете бухать. Ну, тебе надо с другой надписью. Спасибо, очень приятно. Чё? Что огонь разжигаешь? Что, погреться, что ли? Да. Разожгла? Да. Ну да, можно обогреться здесь. Пойду я сниму мангалы. Что там разжигает, что ли? Что, пойдем? Да. Ну, отредактировать надо. Вот здесь вот мы шашлык делали. И уже все угли, наверное. Угли, наверное, все. Давай, Саш, чуть-чуть. Положи еще, папа. Еще угля? Да. Ну что, он рассыпается? Да. Непослушный такой. Давай. Накупали, понимаете, ли уголь тут. Фу, что запах какой-то непонятный.
купи 20, купи 20, 20. Ну это же твой братец говорил. Я ж тебе передавала слова братца, я ж... Пап, убирайся. 7,5 купила, а прикинь, себе 20 приволокла. Угу. Я как убила, не архивная. Не, ну останется, надо забрать, заберете домой, да и все. Конечно. Придется заново. Что? Дедушке в машину закинуть. Зачем? Она домой пусть забирает все. Не, ну а потом дедушка завезет. Ну что она будет таскать? Ну они на такси поедут. Тяжело, наверное. Они на такси поедут. Не, дедушке положено.